принято ли их деяние или нет. Поэтому сахаба, ридуан Аллаху алейхим, салаф салих, они смотрели на эту важную, так скажем, вечную, важную точку, кабуль аль-амаль, принято ли деяние или нет. Поэтому, уважаемые братья и сестры, чтобы наши деяния были приняты, что должно быть в наших сердцах? Ихлас. Должен быть ихлас, должно быть искренность ради Аллаха субхана ва тааля. Искренность ради Аллаха субхана ва тааля. Поэтому, когда мы с вами читаем каждый день в намазах «Ияка на'буду ва ияка наста'ин», «Тебе только мы поклоняемся и у тебя только просим о помощи», как Ибн Кайм рахмаллах своего учителя приводит, то, что сказал вот эти «Ияка на'буду», «Тебе только поклоняемся», «Ва ияка наста'ин», «И у тебя просим о помощи», «Татруду шей'айн», две вещи отдаляет, отталкивает. «Ибада», поклонение, что отдаляет, когда ты говоришь «Тебе мы поклоняемся», «Татруду ар-рия», отдаляет рия, показуху. «Ияка наста'ин», «Тебе только у тебя просим о помощи», отдаляет кибрия, высокомерие. То есть ты какого бы положения бы не достиг, ты нуждаешься в Аллахе Субхана ва Та'аля. И так как ты говоришь, у тебя просим о помощи, верующий понимает, акалян, своим разумом, своим сердцем понимает то, что وَمَا كُنَّ لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Мы не нашли бы этот путь, если бы Аллах Субхана ва Та'аля не поставил нас на этот путь. Аллах дал нам возможность, Аллах Субхана ва Та'аля нам помог. Он только нас поставил, и мы просим ثَبِّتَنَا يَا اللَّهُ. Так как ты нам показал на этот путь, укрепи нас на этом пути, يَا اللَّهُ. Укрепи нас на этом пути. Аллахумма саббитна иза стакамна ва кавумна иза аваджажна. О Аллах, укрепи нас, если мы встали на прямой путь. Если мы сходим с пути, то обратно выровняй нас на этот путь.